Отделом ФСБ России по Тверскому гарнизону во взаимодействии с УФСБ России по Тверской области при силовой поддержке регионального управления Росгвардии пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на хищении военного имущества из воинских частей, расположенных на территории Верхневолжья. Среди фигурантов бывший руководитель ДСААФ Тверской области. Фамилия, имя, отчество? Владимир Сергеевич. Голову поднял. ДСААФе работал? Было дело. Предварительная сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей. Военно-следственным отделом СК России по Тверскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса, присвоение или растрата, совершенная организованной преступной группой в особо крупном размере. За совершение подобных преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Тверским гарнизонным военным судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к функционированию ОПГ, продолжается.